Газифицировать Алматинскую ТЭЦ-2 начнут уже летом. Деньги на модернизацию заняли у Европейского банка реконструкции и развития. Для выбора подрядчика объявили международный тендер из двух этапов. Первый этап – это из шести, кто заявлялся о строительстве, остались двое. Сейчас мы выходим на второй этап. Второй этап закончится где-то в середине мая. И если, дай бог, летом мы начнем эту стройку. В этом году, летом. В тендере участвовали крупные компании из разных стран. Среди них была и казахстанская. Во второй этап прошли два китайских консорциума, но победит лишь один. Подрядчик возьмет на себя все работы от закупа оборудования до сдачи в эксплуатацию. По предварительным подсчетам проект обойдется в 324 миллиарда тенге. Новую станцию возведут на территории ТЭЦ-2 по соседству со старым сооружением. До декабря следующего года должны запустить парогазовую установку мощностью 200 мегаватт. А завершить строительство обещают в 2026-м. Между тем, специалисты заявляют, через 6 лет в Казахстане появится дефицит электроэнергии. Отрасль не получает необходимых ресурсов для увеличения мощностей из-за недофинансирования и низких тарифов.